нас в гостях концертный организатор Виталий Брюзовский, участник группы Unreal Виталий Соловьев и лидер группы Jack the Bullet Дмитрий Микряков. Ребят, вы что-то сегодня как-то не по-рокерски одеты. Может, исправим это? А почему бы и нет? Ну вот так-то оно попривычнее, да? Просветите, пожалуйста, телезрителей, по какому поводу мы здесь собрались. Выдающийся композитор, виртуозный гитарист, обладатель неповторимого высоковольтного вокала, покоривший миллионы умов и сердец, король отечественного хард-рока, маэстро Дмитрий Варшавский, группа «Черный кофе». Салют, Таллин! Я Дмитрий Варшавский, приглашаю вас на концерт моей группы, который состоится 15 марта в «Рок-кафе». До встречи на концерте! Повод действительно достаточно интересный, и поскольку идея этого концерта принадлежит вам, Виталий, пожалуй, начнем с вас. Как давно вы занимаетесь организацией концертов? Организацией концертов мы занимаемся с 2011 года. Вы приглашаете группу «Черный кофе» в Таллин уже во второй раз. Почему именно «Черный кофе»? И как давно вы знакомы с Дмитрием Варшавским? С Дмитрием Варшавским мы познакомились в 2011 году, когда мы первый раз организовывали его концерт. А почему «Черный кофе»? Ну, наверное, это ближе мне по душе их стиль игры.
Это были легенды русского рока «Черный кофе». А мы продолжаем разговор с Виталием Бризовским, Виталием Соловьевым и Дмитрием Микряковым. Виталий, я бы хотела вас спросить. Видела у группы «Черный кофе» на сцене деталь, которая напоминает чем-то огромную большую гигантскую печенюшку и деталь какого-то механизма. Вы бы не могли меня просветить, что эта деталь означает? Этот механизм символизирует значок светлого металла. Так как группа «Черный кофе» играет в стиле светлого металла, соответственно, и этот механизм символизирует светлый металл. Светлый металл-то христианский металл? Или... Ну, да, скорее всего, да. Угу. Сейчас играет в группе «Черный кофе». В «Черном кофе» сейчас играет, конечно же, лидер гитары и вокал, несомненный лидер группы Дмитрий Варшавский, который при этом в группе уже 33 года. С 2009 года с ним играет Андрей Приставка, барабанщик. Вот до группы «Черный кофе» он играл в джазовых группах. И с 2009 года участвует в группе «Черный кофе». Также на бас-гитаре играет Николай Кузьменко. Он знаменит тем, что в свое время он играл с такими рокерами, как Жан Цигадеев в группе Эст. Поэтому состав у группы очень сильный на сегодняшний день.
Композиции на английском языке сейчас? Сейчас, да, исполняют, ну, мало. У нас не будут играть, наверное. Вот это мы уточним. Можно попросить, может быть, и услышим что-нибудь из англоязычного. Ну, мне как исполнителю англоязычных песен просто интереснее было бы. Ну, интересно было бы тоже взглянуть, наверное, послушать. Думаю, не только тебе, но и зрителям. Ну да, наверное. И будущим посетителям концерта. Будущим посетителям концерта, который пройдет у нас какого числа, напомните, ребята? 15 марта в рок-кафе 2013 года. И какие группы будут играть? Самые лучшие итальянские группы. Да, группа я, кстати, Аврил об этом и хотела и группа спросить. Джек Дивули.
Почему именно эти две таллинские группы приглашены на разогрев? Прежде всего, это наши достойные уровневые таллинские группы, которые всегда веют энергией, какой-то харизмой. Виталий Соловьев у нас, наверное, настоящая легенда местной рок-сцены. Я думаю, что, ну, наверное, по местным масштабам сопоставим Дмитрию Варшавскому, как вы считаете, ребята? Он, конечно, сидит там так. Заскромничал немножко. Какое мнение у Виталия Соловьева о творчестве «Черного кофе»? Впервые я познакомился с творчеством группы «Черный кофе» у друга на мобильном магнитофоне. Услышал песню «Светлый металл», то ли откуда-то с радио, то ли с какой-то старой пленки переписанную. И меня, конечно, поразило вот это вот качество игры, такое очень несоветское, даже по сравнению с группами, скажем, «Ария», например. Это было абсолютно какое-то такое, ну, грубо говоря, несовковое качество игры и исполнения. Очень западное соло, гитара такая, вокал в духе группы «Акцепт». Вот как вот это меня поразило, вот такая вот несоветскость этой группы. Все музыканты с образованием, а варшавский сам как с образованием, нет? Ну, конечно. Я в это время у нас была группа «Ферум» называлась. Моя первая группа, и вот наш вокалист был под таким впечатлением от вокала Дмитрия Варшавского, что он стал пытаться петь в такой же манере. Ага. Поставить группу на такие же рельсы и петь в такой же манере. Вот у него это попытки вот так петь всю нашу творческую деятельность этой группы и продолжались. Ну и как у него получалось? Ну, немножко получалось. Ну, хотя... у него в своей манере неплохо получалось, на самом деле. Да, но... Костя, да, по-моему, вот. Костя, да. Я скажу, что вот на самом деле, конечно, творчество группы «Черный кофе» сильно повлияло на мою первую группу. Вот именно в плане подачи сильно повлияло на мою первую группу. Ну, а насколько я знаю, ты в 87-м году был на их концерте. Да, это было в Горхолле. Разогревающая группа была «Рокот» и «Лекриса» Келми. Интересная комбинация. Интересная комбинация. Но вот «Черный кофе» мне понравился вот именно мощным, чистым звуком, очень профессиональным исполнением. Большое впечатление. Помню даже, когда мы уходили с концерта, впереди шли два таких высоких, рослых афроамериканцы, и они пели «Тёльный кофе, тёльный кофе». Это в 87-м году, да? Да, то есть на них это тоже повлияло. Игры, грязью невинной, забрызганной.
что вы будете исполнять на этом концерте? Ну, я думаю, мы сделаем подборку наших лучших песен, пройдемся по всем годам нашей группы, подборку лучших песен, и, конечно, включим что-то новенькое, что-то свежее в программу, несомненно. Угу. Ну и какие-то, может быть, интересные, забавные сюрпризы добавим. Но вы их пока не будете раскрывать. Да, да. Мы постараемся, чтобы концерт у нас, наше выступление прошло так позитивненько, забавненько, чтобы людям было весело. А состав какой будет, Виталий? Я думаю, состав будет смешанный. То есть с нами сыграет и наш ныне уходящий гитарист Виктор Калинкин, очень хороший концертный музыкант. Он выступит с нами, сыграет как бы то, что он играл с нами последние годы, ну и с новыми свежими музыкантами мы сыграем под конец программы парочку свежих номеров, я думаю. Посмотрим, посмотрим. Но я думаю, что мы не подкачаем. Я почту за честь выступить на одном концерте с Дмитрием Варшавским. Это все-таки кумир моего начального периода творчества. Надо не подкачать. Ну вот стоит отметить, что для Виталика это своеобразная еще одна галочка, всего лишь еще одна галочка, потому что он уже выступал и с коллективом «Мария», и с коллективом «Август». Мы даже вместе с ним выступали, играли. Да, да. И теперь еще «Черный кофе». Остался мастер теперь. И можно... Уже идите на пить. Нет, можно уже всех их звать к тебе на разогрев. Огня.
Хотела бы теперь у тебя спросить. Расскажи, пожалуйста, и о своей группе, и твои мысли по поводу предстоящего концерта. На самом деле мы будем выступать с коллективом Jack the Bullet. Это что-то вроде своеобразного, ну я не знаю, такого не сольного моего коллектива, но все же группа, которая берет у аналогов, скажем, Элис Купер, да, Оззи Осборн или Билли Айдол, тоже просто одно название человека, но тем не менее коллектив, стоящий за мной. Дело было, вот, скажем, этой весной, когда развалился Rock Crime, довольно-таки популярная среди эстонской публики группа, не знаю, почему-то в основном на эстонских концертах мы выступали, ну и на Украине тоже довольно-таки большой фестиваль был, 7 тысяч человек. И группа наша распалась, даже удивительно, что не по моей вине, но в любом случае коллектив распался, я начал играть с акустической гитарой один по различным местным заведениям, ты тоже, наверное, да, была же на концерте? Была. И вот мне в один прекрасный день позвонил Виталий, организатор как раз-таки, наш дорогой друг, и предложил выступить на разогреве у Черного Кофе, что, соответственно, для меня было приятной неожиданностью, поскольку коллектив Черный Кофе действительно такие звезды хэви советского. Ну, скажем, для нас они что-то вроде Iron Maiden, да, но своего рода тоже кумиры. И я тогда начал собирать обратно наш состав группы Jack the Bullet, потому что мы уже после развала Rock Crime дали несколько концертов, но все как-то подутихло. Я вот решил в одиночку играть на гитаре, знаешь, все-таки, когда сам от себя одного зависишь, не от группы, как-то полегче все получается, и песен тоже несколько записал. Но, тем не менее, и наш так называемый менеджер тоже просил собрать группу, перезаписать несколько песен. И, в общем, все как-то так совпало в одно общее, и действительно, группа сейчас собралась, и очень хороший состав, сильный. На барабанах у нас сыграет Эмиль Кальюлайт, это барабанщик группы Терминатор оригинального состава. Гитарист это Павел Соберг, местный виртуоз, занял второе место на конкурсе гитаристов Fender. Первое не занял, там буквально чуть-чуть ему очков не хватило, но вот представитель фирмы Fender из Швеции приезжал, сказал: «Паша, ты лучший, на самом деле, местный гитарист». Собрались профессионалы. Да, да. Ну и бас-гитарист там тоже хороший бас-гитарист. Еще у нас, по всей видимости, будет наш гитарист из Пскова. У нас второй гитарист приезжает сюда учиться из Пскова, сам живет. И организатор единственной во всей Псковской области глэм-метал группы, я даже уже забыл какое-нибудь название, ну, и вот он у нас тоже играет на второй ритм-гитаре. Я думаю, что мы отыграем весьма отличный концерт, тем более, что Виталий, организатор концерта, пообещал организовать нам все по высшему классу, и я думаю, что будет все очень славно и не посрамим мы местную сцену тоже. Конечно же, коллектив Unreal защитит честь, так сказать, тяжелого металла, а мы защитим честь легкого металла. Yeah.
самом деле, ведь у коллектива «Черный кофе» был альбом в 89 году, по-моему, он назывался «Вольному воля». И многие считают, критики, что они тоже так немножко позаимствовали звучание Бон Джови такого своеобразного, такого, немного, ну не глэм, конечно, но такое, что-то в этом роде такого хард-рока, который, в принципе, нам более присущ, мы играем более, скажем, мелодичную музыку. Тем не менее, поклонники у нас в группе все разные музыки, скажем, ну, если я и Эймель, мы такого действительно хард-рока больше фанатеем, то там Паша, он любит прогрессивный рок, Арн вообще трэш слушает, так что у нас все очень... Так что да, все очень разноплановые. Ну, мы играем просто тяжелый рок без каких-то определенных ответвлений, просто хард-рок или просто рок. И хотелось бы поинтересоваться у Виталия Бризовского, организатора концерта, и что же людям, телезрителям, людям, пришедшим на концерт, ждать от этого концерта? Ну что ж, от этого концерта все ждут музыкального уровня. Во-первых, от самих ребят, которых мы пригласили. И это, конечно же, будет показатель Дмитрий Варшавский из группы «Черный кофе». Ребята могут что-то позаимствовать у него, что-то поделиться своими идеями какими-то. Ну, я думаю, что концерт будет сделан на высшем уровне. У нас еще достаточно времени для подготовки. Будет ли концерт предстоящий отличаться от предыдущего? Первый концерт мы делали в такие краткие сроки. Все у нас шло притык-притык. Но тем не менее, зритель, который даже первый раз пришел на концерт, был удивлен качеством звука на наших концертах. Но сейчас я еще раз повторю, что у нас много времени для организации этого концерта, и поэтому все пройдет на высшем уровне. И, конечно же, мы будем ждать предстоящего концерта, который состоится в марте. Выдающийся композитор, виртуозный гитарист, обладатель неповторимого высоковольтного вокала, покоривший миллионы умов и сердец, король отечественного хард-рока, маэстро Дмитрий Варшавский, группа «Черный кофе». Салют, Таллин! Я Дмитрий Варшавский, приглашаю вас на концерт моей группы, который состоится 15 марта в Рок-кафе. До встречи на концерте!